конкурс. Дети читают стихи. Шипкова Полина, 10 лет, город Тамбов. Падал робот на Рождество. Падал снег, на городской стене стояли двое. Стражник и пророк. И бледный свет, как будто в полусне, укутывал их скромный уголок. И месяц плыл над крышами домов. Собаки тихо выли ему вслед. Весь город спал, тревожно и без сна, и на вопросы не был дан ответ. Над Вифлеемом яркая звезда горела, освещая 100 дорог. Три всадника несли за ней туда, куда направил мудрый взгляд пророк. Сказал пророку стражник: мир теперь опутан паутиной грехов. Человек, как зверь, готов убить, пролить чужую кровь. Цари играют судьбами людей. Дельцы богатых превращают в нищих. И бесконечно тень тяжелых дней. Ведь правды и добра никто не ищет. Ответил стражнику пророк: все так, но длится этому не вечно. Сегодня Вифлеемская звезда укажет место для великой встречи. Родился тот, кто станет всем отцом, кто каждого из нас укажет путь. Он станет, герой примет он и подлецов, не нам судить его иную суть. Он станет светом в этой темноте, за все грехи народа своего он примет искупление на кресте. Приветствуй же рождение его! И ночь плыла, и тихо падал снег. Был месяц молчалив и одинок. Как статуи на городской стене стояли двое: стражник и пророк.